В областном центре начинается активный дорожный ремонт. Сегодня подрядчик приступил к реконструкции части автомобильной дороги на улице Псковская от Речной до границы города. Городским властям поступало много запросов на ремонт этого участка. В плохую погоду жителям Псковского микрорайона и поселка Панковка очень трудно добираться до ФОКа, магазинов и школ. По контракту с компанией «Трек-сервис» предусмотрена реконструкция автомобильной дороги на участке от улицы Речная до мостового перехода через реку Веряжа с устройством бордюров, тротуаров, велодорожек, ливневой канализации и наружного освещения. Стоимость контракта – 225 миллионов рублей. Финансирование из средств Дорожного фонда Новгородской области и Дорожного фонда города. Работы должны быть завершены к 30 ноября. На Колмовском мосту вторую неделю движение открыто только по половине переправы. Пока ликвидируют старое покрытие. Рабочие демонтируют все конструктивные элементы верхового слоя мостового полотна. Кроме асфальта, там есть еще и гидроизоляционные, выравнивающие и защитные слои. Все это будет заменено с учетом современных нагрузок и с применением передовых технологий. Параллельно работы ведутся и внутри моста. Напомним, это первый капитальный ремонт переправы за более чем 40 лет. А еще в Великом Новгороде сегодня начали демонтаж пешеходного перехода на улице Разважа. В начале марта комиссия по организации дорожного движения мэрии сочла этот переход чрезвычайно опасным. Мнения же новгородцев разделились. Одни считают, что вполне хватит двух переходов со светофорами в 100 метрах. Другие также обоснованно доказывают, что к этому переходу все давно привыкли. Он удобно расположен рядом с автобусными остановками и ведет в парк. Теперь вместо этого появится ограждение. Но решение принято, и рабочие его просто исполняют.